Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Ви як пережили другий локдаун? Діліться, чи легше було підприємцям? Може, через ту одноразову допомогу від держави на 8 тисяч? Може, вже скористалися березневим досвідом, навчилися торгувати онлайн? Як взагалі пережили? Смотрите, ну, бизнес, особенно тот, который касается ресторанного бизнеса, ну, переживает очень тяжело. Потому что сейчас локдаун сняли, и у нас, как говорится, наша песня хороша, начиная с начала. Вот. Поэтому опять начинаем, вроде бы бизнес открывается с нуля. Опять стоит вопрос, за время локдауна очень много сотрудников, которые уволились, не хотят ждать, когда закончится локдаун, пытаются найти себя в других каких-то отраслях. Но самое страшное о том, что молодежь уезжает из страны. Скажу вам так, за 2019 и за 2020 год из Украины уехало 1 000 000 человек. 1 000 000 человек уехало. Поэтому очередной локдаун, очередной выход, и опять стоит задача, опять процентов 50-70 сотрудников нужно опять набирать по-новому, опять обучать и опять начинать бизнес, опять бизнес по-новому. Чи можна якось у цифрах оцінити ці збитки, нанесені підприємцям? Наскільки вони масштабні? Вы знаете, к сожалению, у нас такой статистики не публикуется, но вот приведу пример, говорил со своим вот партнером. Например, в Италии за время локдауна закрылось порядка 240 тысяч предприятий в Италии. У нас, к сожалению, такой статистики нету, но я понимаю, исчисляется тоже и не десятками, а сотнями тысяч закрытых предприятий, когда люди просто закрылись и не смогли открыться после очередного локдауна. Думаю, у нас ситуація так само не краща, просто не маємо, отже, ми не маємо цих цифр, не можемо якось порівняти. Так, к сожалению, да, эти цифры не публикуются. Единственное, что мы, говорю, ощущаем на себе, это отсутствие кадров, которые, я говорю, набираешь людей, и люди хотят устроиться на 3 месяца, на полгода, и как бы честно признаются, вы знаете, мы ненадолго, мы как бы рассматриваем уехать там, ну, в ближнее зарубежье, как правило, это Польша, это Словакия, Словения, вот в эти страны. Короче, молодежь. Ну там начебто пропонували роботу в Польщі, пропонували роботу українським лікарям, тому очевидно, люди якось шукають. Предлагают всем, потому что это непосредственно тот ресурс, молодежь, на котором держится экономика страны. К сожалению, мы его теряем из года в год. У нас остаются пенсионеры в том же количестве, а молодежь вместо того, чтобы создавать и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, к сожалению, у нас, ну, мы не ощущаем этой поддержки. Приведу такой пример. Мы находимся по простоте ведения бизнеса на 84-м месте. Для примера вам приведу, Россия находится на 54-м месте, Белоруссия тоже нас опережает, поэтому у нас в этом плане все хуже. Локдаун закінчився, але ж карантин таки триває, ну просто називається інакше, адаптивний. Чи витримають наші підприємці оцей такий тривалий період, скажімо так, неповноцінної роботи? Ну, ми як собственники бізнесу, безусловно, вложили, я говорю, десятки, сотні тисяч доларів в сам бізнес, поэтому ми не уїжджаємо. Ми будемо как-то, соответственно, виживати, опять піднімати бізнес, опять починати його з нуля. Хотілося б, щоб государство наконец-то розробило вменяемо налогообложение, простота учета ведения бизнеса и отчетности. Вот. Надеемся, что здесь какие-то будут изменения. Вроде бы при администрации президента создана рабочая группа, которая будет вместе с Минфином, с налоговой нарабатывать новые законопроекты. Ну, надеемся, как обычно, на лучшее.